Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Слава Фок, художник, чьи пленительные картины сосредоточены вокруг темы женщин. Искусство Фока, известного своей утонченной эстетикой, противостоит очарованию гиперреализма и его тенденциям к экспрессивной жестокости и цифровым манипуляциям. Родился в 1976 году. Данные я взял в интернете, то, что нашел. Что отличает подход Фока к живописи, так это его замечательная способность сочетать ощущение умной ретроспективы с технологической точностью и пластической выразительностью, обращаясь к истокам масляной живописи, черпая вдохновение в техниках старых голландских мастеров, Фок создает работы, которые излучают как техническое совершенство, так и художественную экспрессию. Работал под влиянием работ Яна ван Эйка и Тамары де Лимпицкой. Гениально разработал свой собственный набор живописных техник, который органично сочетается с его произведением искусства. Это слияние техник приводит к созданию тонких изображений, наиболее заметно проявляющихся его пленительных женских портретов. Творчество Фока охватывает захватывающее взаимодействие монументальности и пластичности классического искусства и стилистических элементов современного искусства. Этот сплав создает эстетическое очарование, которое продолжает очаровывать как зрителей, так и энтузиастов. В настоящее время он проживает в Таиланде и неустанно работает над новой серией работ. В своем непрерывном творческом путешествии он продолжает исследовать глубины свое творческое видение, запечатлевая сущность женщин и их убедительные рассказы в своем отчетливом и чарующем стиле. Вот такое описание в интернете я нашел к работам художника Славы Фок. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.